Андрей Дорошевский посетил компанию «Продагропак» в рамках рабочего объезда предприятий района. Вместе с директором компании осмотрели производство и обсудили перспективы роста. Продукция под торговой маркой перцев хорошо известна потребителю. Ассортимент насчитывает около 1000 позиций. Это разнообразные специи и приправы, кондитерские изделия, пасхальные наборы, сиропы, крупы, уксус и многое другое. В производстве используют натуральное высококачественное сырье. Готовые смеси фасуют и готовят к транспортировке. Как отмечает директор Антон Перцев, продукция распространена по всей России и пользуется большим спросом. Если честно, как горячие пирожки. Ну, все под заказ, под заказ. Ранее предприятие базировалось в Краснодаре, но уже как несколько лет осело в станице Новодмитриевской. Большой спрос на продукцию сподвиг предприятие к расширению. Уже приобрели земельный участок в селе Львовском. Андрей Дорошевский обсудил планы расширения и пообещал помочь в решении возникших проблем.